Здесь был. Нужно объявить план перехвата по поимке этого черного человека. Пусть он сам объяснит, что это за реквием. Да, правильно? О чем идет речь? Ну, только я вас очень прошу, вы не волнуйтесь. Реквием – это винительный падеж латинского слова «реквиес» – упокоение. С него начинается заупокойная католическая месса. Реквием этерном дона эйс домине. Вечный покой дай им, Господи. В данном случае речь идет о знаменитом реквиеме Вольфганга Амадея Моцарта, заказанном ему по легенде неким черным человеком. На день смерти, 5 декабря 1791 года, Моцарт завершил с 1-9 части реквиема, причем лакримозу знаменитую он довел только до 9 такта. Достоверно также известно, что рукой Моцарта полностью записана первая часть, в остальных же он записал только вокальные партии и наметил гармонии. Недостающие части досочинил, а также оркестровал весь реквием ученик Моцарта Франц Ксавер Зюсмайер. Значит, все-таки опять роковое произведение. Ну что ж, придется начинать дело. Я вас умоляю, вы только не волнуйтесь. Ну, вы же каждый день встречаетесь с какой-нибудь роковщиной. Да, но не с заупокойными мессами. Так, я поняла, на всякий случай принесу вам поты. Так, черный человек на кровать ко мне садится. Черный человек спать не дает мне всю ночь. Нет, это не то, это Есенин. Ах, вот, мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. Пушкин, Моцарт и Сальери. Слушай же, Сальери, мой реквием. Ты сочиняешь реквием давно ли? Я не помню, что там было дальше. Прошу вас, ваша вода. Вы знаете, если позволите, я бы все-таки этому источнику не доверяла. Ну, нет, безусловно, садитесь. Пушкин гениальный поэт, но вы знаете, он был очень увлекающейся натурой. И написав что-нибудь, мог ненароком наложить какой-нибудь ярлык, да такой, что потом через поколение не отмоешься. Ну, взять хотя бы Бориса Годунова. Вот написал трагедию, и теперь все только и вспоминают о кровавых мальчиках в глазах. Ну, наверное, то же самое и с Сальери. Подождите, Анна, нам сейчас важно то, что по этой трагедии мы можем попытаться восстановить последовательность событий. Я вам больше скажу, мы можем это попытаться сделать даже с помощью оперы Римского-Корсакова, ну, которая была написана на эту трагедию. Фабио, вы нам поможете? Да. Смеяли меня с попадающей дыры. Безо
Слышишь ли, он сам поет. Завидую. Да мало ли, что он поет. Нет, он пел бесподобно, конечно же. Но вы знаете, я привыкла доверять фактам, причем лично проверенным. И потом, у нас же есть столько случаев, когда в судебной практике люди сами себя оговаривали. Слушайте, я склонен доверять интуиции гениев. А вы помните, как было дальше дело вот в этой трагедии? У Пушкина, да, конечно. Mm-hmm. Затем Моцарт и Сальери. Они отправились в трактир Золотого Льва. У Сальери был с собой яд, последний дар его Изоры. И со словами «Так поступай же в чашу дружбы» он всыпал его в бока. То есть после того, как Моцарт сообщил ему, что сочиняет реквием, подождите, специально подстроил или это совпадение? Он ему действительно завидовал? Установите наблюдение за обоими. Это как это? Ну, проверьте их контакты в жизни, наверняка есть какие-то данные. А, вы об этом? Сию минуту. Да. Так, убедительность Пушкина подчеркивается убедительностью Римского-Корсакова. Фабио, вот вы как итальянец, что вы можете сказать о Сальери? Он был какой? Плохой, хороший? Да нет, неплохой. Вроде хороший. Даже можно сказать, что он был очень популярен. И он написал оперы, которые даже использовались для открытия концертного сезона и оперного сезона «Ла Скала» в Милане. Поэтому, конечно, не думаю, что он мог бы что-то плохого делать Моцарту. Тем более, что у него кумир был совсем не Моцарт, а другой, Кристоф Виллибад Люк. Такой немецкий композитор, который писал, кстати, французскую музыку и итальянскую музыку. Он жил долго в Париже, где страшная родилась Керель с моим как-то почти родственником, можно сказать, Николо Пичинни. Он тоже родился в городе Бари. Несколько раньше, чем я. Я думаю, что вообще Сальери имел очень солидные позиции. И у него были очень известные ученики, среди которых даже Бетховен. Поэтому мне кажется, что он был богатый человек, довольно известным. И вряд ли он вмешивался в убийство Моцарта. Мне так кажется. Хорошо, мы фиксируем эту версию. Анна, что у вас? Да, я нашла данные наблюдений за несколько лет. Что интересно, в 1782 году Моцарт и Сальери встречаются при дворе, когда Моцарт хочет устроиться учителем игры на клавире у дочери императора. Но более примечательная встреча состоялась в 1791 году. Моцарт сам привез Сальери на премьеру своей оперы «Волшебная флейта». И, кстати, здесь сказано, что в один из вечеров каждый из композиторов представлял по своей одноактной опере. Сальери представил свою оперу сначала музыка, потом слова, а Моцарт представил свою одноактную оперу директор театра. И им даже устроили соревнования. И кто же победил? Победу присудили Сальери. Да, подождите. А как вы думаете, мог ли Моцарт отравить Сальери? Как вам такая версия? Да как вам такое могло прийти в голову? Так, мы должны услышать их вместе. Анна, попробуйте провести экспертизу. Я предлагаю провести АТС. А что это такое? Анализ творческой совместимости, разумеется. Ну, хорошо. Маэстро, прошу вас. Thank you.
Из оперы «Шаукшпиль», директор. И... Директор театра. Что она сейчас будет? Она оттуда. Ну, она поет о сложности в жизни театра. Угу. Бывает. Пожалуйста. Thank you.
вы можете сказать? Итак, мы прослушали два фрагмента из двух опер, и экспертиза показала, что в обоих фрагментах одинаковый процент чистого венского стиля. И индекс совместимости 90%. Так, вы знаете, я склоняюсь к мысли, что версия убийства по причине зависти несостоятельна. Тем более, что, смотрите, в деле Сальери есть личные дела его учеников. И среди них кто бы вы думали? Кто? Среди учеников были дети Моцарта. Да что? Да, не говоря уже о том, что у него учился Шуберт, Бетховен, как мы уже до этого говорили, и Лист. И Лист, да. И все они очень хорошо о нем отзываются. Вот скажите, Анна, вы бы отдали своих детей учиться к возможному отравителю вашего мужа? Кто, я? Да. Да ну что вы, никогда в жизни. Правда, вы знаете, существует слух о том, что Сальери на исповеди все-таки признался в отравлении. Подождите, Анна, что вы имеете в виду? А то вы говорите, что я не доверял Пушкину, с одной стороны, а с другой стороны, вы мне подкидываете какие-то слухи. Что значит, что он признался? Это где-то запротоколировано? Нет, письменных доказательств нет. Ну, давайте тогда допросим его. Как? Ну, не знаю, вызовем дух. Да вы что, это же незаконно. Попросим санкции прокурора, Фабио. А если он потом скажет на суде, что он давал показания под давлением? Нет, вы знаете, я бы вот с духами не связывалась. Однако я хочу обратить ваше внимание на такой маленький нюанс. Да. Сальери в конце своей жизни тоже написал реквием. И что, он умер не закончив? Нет, он-то как раз-таки его закончил и еще после этого прожил несколько лет. И а что мы можем получить из этого факта? Ну, я предлагаю послушать. Если Сальери написал реквием как документ признания некой вины, то мы однозначно услышим там мотивы музыки Моцарта. А если мы этого не обнаружим, стало быть, у Сальери чистая совесть. И он написал реквием исключительно для отпевания. Маэстро, прошу вас. Что это такое? Понятия не имею.
Акватофана – это яд, изобретенный предположительно в 17 веке. Его авторство приписывают некой Теофании ди Адама, гражданке Сицилии, а затем Неаполя. Яд представлял собой воду бесцветную и безвкусную и предназначался главным образом для отравления женами нелюбимых мужей. Его состав доподлинно неизвестен, но врачи предполагают, что он состоял из слюны замученных людей, растворенной в воде. В зависимости от дозировки яд мог быть быстродействующим и медленнодействующим. Нет, вскрытие тела Моцарта не проводилось. Тогда это было не особо принято. Но нам известен диагноз его лечащего врача доктора Клоссета, который говорил о том, что Моцарт болел просовидной лихорадкой. Нам неизвестно сегодня точно течение этой болезни и протоколы ее лечения, хотя говорят, что ее симптомы мало отличались от симптомов отравления ртутью или мышьяком. Но мы можем доверять опыту и авторитету лечащего врача, утверждавшего, что Моцарт болел и умер в строгом соответствии с принятым графиком. Кстати, а кто принес эту воду? Анна. Боже, какой ужас. Где вы взяли эту воду? Все в порядке? Да, она дистиллированная. Нельзя. Нельзя? Нет. Я пошутила. Вообще это ужасно. Умереть по плану звучит как-то жутко. Но, Александр, я прошу вас обратить внимание на вот эту вот бутылочку, как раз таки с ядом. На этикетке изображен святой Николай из Бали. Знакомый город. Вот с надписью «Манна святого Николая». Мне кажется, и есть та самая акватофана. Я все понял. Фабио, вам же знакомо это изображение. Изображение мне очень знакомое. Да. Это действительно манна святого Николая, которая продается в баре, в магазине, который прямо рядом с базиликой святого Николая. Можно купить, но там акватофана вообще нет. Я хотел бы чуть-чуть уточнить. Есть один момент, что автор акватофана – это Джулия Туфана. Она вообще тоже, она родилась на Сицилии. И, конечно, в Италии были некоторые женщины, которые об этом заботились. Борджа, Лукреция Борджа, тоже мы знаем, что она была очень активна в отравлении мужей. А вот теперь и вам понятно, почему у меня жена русская. Вот, я не стал рисковать вдруг. Но манна святого Николая, я могу точно сказать, не думаю, что имеет ничего общего с акватофаном. Но все же, возможно, акватофана попала как-то в вену. Мы должны срочно выехать в Вену, Анна. Мы должны осмотреть его рабочее место, остатки лекарств и прочее. И обязательно выпить чашечку кофе по-венски. Маэстро, исполните нам что-нибудь. Подо что тогда было принято пить кофе и обедать? Будьте добры. Thank you.
Гассе. Где умер Моцарт? Рауэнштейн-Гассе, в смысле 8. Это вот этот дом, но здание-то современное. Странно. Это сюда приходил черный человек с заказом Реквиема? Возможно. Я думаю, что более точно... Дом снесен. Берегись, Рауэнштейн, необработанного камня. Помни о смерти. Вы это видели, Анна? Так его и не нашли еще. Не выяснили, кто он, этот черный человек. Я думаю, нам может помочь все-таки Констанция, которую я сказала. Констанция — это та, что была похищена турками, пыталась сбежать, потом ее все равно схватили. Правильно? Да нет, я вам говорю о жене Моцарта Констанции, которая дальше в Праге никуда не выезжала. А вы мне рассказываете краткое содержание оперы Моцарта «Похищение Сирали». Откуда вы это знаете? Ну, я, между прочим, была на фестивале оперы «Все» в Царском селе, где как раз-таки давали эту оперу. Тогда нужно срочно получить ее показания. Так вот, собственно, она и идет. Сейчас послушаем. Thank you.
всех видов, какие только возможны на белом свете среди турок. Это же антитурецкий памфлет. Моцарт был что, разве таким туркофобом? Нет, это скорее был политический заказ. Эта опера писалась для встречи великого князя Павла Петровича с императором Иосифом, когда Павел и Мария Федоровна приезжали в Вену инкогнито под именем графов Северных. Но за всем этим стояла идея Австро-Русского союза против турок. Как все поменялось, но турки очень мстительны. Ну как вы можете так обобщать? Ты что, папа римский? Ну давайте послушаем этих турок из похищения Сира. Ну давайте, вот они уже все пришли. Написал целую оперу, еще написал турецкий марш, который он, конечно, оригинально для фортепиано написал. Ну, у нас сегодня есть переложение для симфонического оркестра, которое исполнялось в перерыве между актами оперы «Похищение Сераля». Так что вот имеет отношение к этому тоже. Thank you.
Знаете, я считаю, что турки не просто не должны обижаться, но должны ему были бы заплатить за такую популяризацию, правильно? Да. Можем Эрдогану попросить еще, он успеет. У него деньги есть. Вроде газ начал продавать. Там хаб. Русско-турецкий. А Фабио, а Моцарт был единственным, кто писал такую, скажем так, псевдо-турецкую музыку? Нет, вообще до него был такой еще один итальянец. Джованни Баттиста его звали. Люлли. Люлли? Да, он стал Жан-Батист Люлли, потому что он уехал из Италии, он родился во Флоренции, уехал. В Париже он стал очень известным, он был танцором, говорят, что очень такой известный, качественный. Как спортсмен, можно сказать, да? И плюс еще он был композитором. И стал он первым дирижером, и от этого он умер. Я объясняю, почему. Не просто так. Ну, тогда палочки были чуть-чуть подлиннее, да? Вообще-то они, вот, таким образом они держали темп, да? Бум, 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 стучали, да? Ну, вот он на музыканты как-то не особенно понравился, как они играли, и он начал говорить, нет, не надо так, не надо так, и он так промахнулся, что он ногой себя, и от гангрены, вот видите, поэтому укорачивали палочки, чтобы дирижать. Современные дирижеры максимум они могут себя как-то, голову, но ноги спасены. Вот он писал тоже турецкую музыку. Какие страсти были в те времена. Но умер от другого. Ну ладно, в общем, все равно это не похоже на рабочую версию. Кстати, а что сказал император, помогло ли похищение Сираля антитурецкому альянсу? Анна. Вы знаете, союз заключили, а вот по поводу оперы император сказал слишком много нот. Подождите, то есть вы хотите сказать, что Моцарт израсходовал данный ему лимит нот на оперу? Это не я, это император. В условиях мобилизационной подготовки к войне с Турцией это действительно может быть опасно. Как он вообще расходовал ноты? Да и сколько их полагалось на оперу? Может быть, он и реквием не закончил, потому что израсходовал все ноты? Он что-то еще писал, а одновременно с реквием? Нужно к эксперту обратиться, Виктор Борисович. Перерасход нотного материала. Так. Здесь ждем. Dies ire, dies illa solvet circum infallila. Краткость сестра таланта, я бы сказала. Так, да. Ну что ж, ну можно сказать, что это ответ, Анна? Он просто растратил все ноты, ему не хватило на рэпи. Вы знаете, я честно вам скажу, в таком ракурсе этот вопрос еще не исследован. Но в среднем на придворную оперу, которую заправляли итальянцы, затраты были намного выше, чем на немецкий Зингшпиль. Ну, то есть на родном языке с разговорными диалогами. Да, собственно, достаточно было сравнить декорации. Так. Вот. Ну, нет, конечно, если вы настаиваете, чтобы я провела статистическое исследование, я могу это сделать. Слушай, а давайте попробуем. Ну, давайте. Хорошо. А помните, что сказал Виктор Высоцкий вот в этом коротком сообщении? Вы расшифровали его? Вы имеете в виду лакримозу? Да, лакримоза обрывается после 8-го такта. И взяв эти 8 тактов, мы можем просчитать, сколько в среднем Моцарт расходовал нот за такт. В каждом такте 12 нот. Мы можем это да. услышать? Для этого нужно послушать лакримозу. Thank you.
лаконично и бережливо относительно употребления нот. И потом, послушайте, Александр, мне кажется, дело совершенно не в количестве нот. Ведь все израсходовано крайне экономно. Один мотив сдох у скрипок на все 8 тактов. Прозрачно звучит оркестр. В конце концов, вы что, собираетесь гармонию исследовать алгеброй? Но чем бы после этого лучше Сальери? Опять Сальери. Мы же закрыли эту тему, Анна. Подождите. Подождите, хорошо. А кто заканчивал реквием? Зюсмайер. Зюсмайер, ученик Моцарта, правильно? Да. Это ему она, то есть... Жена Моцарта. Вдова, доверила его закончить. Ну что ж, а давайте послушаем, на что он был способен. Вы говорите, что последней частью он как бы сам сочинил, потому что рукописи Моцарт не оставил. Давайте слушать. Давайте, маэстро. Thank you.
Знаете, это похоже на Моцарта, это... Да, очень, да. Очень похоже. И вы знаете, у меня по этому поводу есть некоторые соображения, но я должна кое-что проверить. Поэтому я поделюсь ими с вами после антракта. Это значит,
Анна, где вы? Я здесь. Анна, да, проходите. Давайте сконцентрируемся на последнем годе жизни. Так, если этот Зюсмаев заканчивал реквием, значит, он пользовался особым доверием вдовы. Вы говорили, что у вас есть какие-то соображения. Да. И не просто соображения. Я кое-что проверила, и, скажем так, сказать, что он пользовался особым доверием, это ничего не сказать. Это было настолько доверительно, что сын Моцарта, который родился в год смерти отца, был назван матерью также Франц Ксавер. И только позже женушка дала ему имя отца. Вот так. Подождите, вы намекаете на адультер? Я не намекаю, я утверждаю. Вы всегда увидите в этом что-то... Слушайте, как мы можем сейчас установить злой умысел обоих? Какова цель? Ну как, чтобы остаться вместе и прикрыться легендой реквиема, а может быть даже сочинить ее. Давайте посмотрим рукописи и все, что осталось от Моцарта. Сию минуту я сейчас найду. И что сделал с его материалом Зюсмайер? Хорошо. Вот, был ли он заинтересован в сохранении максимально точного моцартовского текста? Так. Главный вопрос. Означает ли во время того, что это вследствие того, иными словами, сочинение реквиема сопутствовало смерти или стало причиной того? До сих пор мы так и не нашли ответа на этот вопрос. Если реквием был выбран в качестве фона декорации смерти, то кто-то должен был настолько точно все просчитать, что это кажется почти невероятным. Более того, такая идея предполагает и цель намекнуть кому-то, что смерть не случайна. Иначе зачем весь этот театр с заказом реквиема неизвестным черным человеком? С другой стороны, никакие бытовые причины, и не даже политические, пока не выглядят достаточно убедительными. Сейчас меня еще хотят настроить на то, что, возможно, Констанция вместе с учеником Моцарта решили его устранить. Плохо, что не осталось последней квартиры. Там могли бы быть рукописи, книги, наконец, остатки лекарств, которыми его лечили. Еще так много непонятного. Так, Анна, где вы? Вот, вы смотрите, так. Что я нашла. Так, давайте. Это папка с автографами реквиема. Здесь так. Должны быть как листы Моцарта, так и Зюсмайера. Давайте посмотрим. Давайте. Угу. Так, что это? Это часть Диес Ире. Да, все верно. Dies ira, dies illa, solvet seclum in favilla, teste David cum Sibylla. День гнева, который повернет мир в прах, как предсказано Давидом и Сивиллой. Это часть заупокойной мессы, которая описывает страшные сцены последнего суда. У талантливых композиторов она всегда звучала наиболее устрашающе. По-прежнему считаете, что Констанция все отдала заканчивать Зюсмайеру? Ну, это факт. Вы хорошо знаете почерк Зюсмайера? Ну, достаточно хорошо. Тогда вот посмотрите, вот что вон там, эти трубы. Да. В середине, вы видите? Да. Вы знаете, я не обратила на это внимания, я должна срочно все перепроверить. Так, вы должны сомневать. Ну что ж, нам остается послушать. Thank you.
меня сенсационный результат. Оркестровка вот этого номера принадлежит не Зюсмайеру. А кому же? Это другая, это рука совершенно другого человека, а точнее другого ученика Моцарта Айглера. Ну, покажите же уже, покажите. Ну вот, вот, посмотрите, те же самые строчки. Зюсмайер писал все от руки сам, начисто. А здесь вписано прямо в автограф самого Моцарта. Все-таки я вынуждена с вами согласиться, любовная история здесь ни при чем. Я так и думал, не может быть все так по-бытовому просто. Она сначала обратилась к другому ученику, чтобы тот закончил реквием. Дело выходит совсем не в интрижке Констанции Зюсмайера. Однако нам нужно ускорить поиски этого черного человека. Сборище черных людей обнаружено в помещении масонской ложи, вновь увенчанной надеждой. Она, это где? Это где? Срочно загуглите. Минуточку, сейчас смотрю. А, вот, кажется, я нашла. Ой, они собираются в переулке Химмельфортегассе. Ничего себе название. Переулок. Ворота в небо? Подождите, это какая-то просто двусмысленность. Получается, что из этой ложи попадали прямо на небо? Да как? Вам не кажется, что это какой-то намек? Вы лучше скажите, что они сейчас все там будут делать? Да я понятия не имею. Маэстро, вы не в курсе? Я думаю, что они будут слушать музыки, которые мы сыграем. Симфония Гайдена, по-моему. Да-да-да, Гайден был тоже известный масон. А какой? Так же, как Моцарт. Вот эта симфония номер 83 называется «Ля пуль», то есть «Курица». А почему такое название? Они что там будут? Потому что масоны любят курицу. Нет, масоны не любят. Может быть и любят тоже, но... Это называется так, потому что вторая тема первой части симфонии, которую мы будем для вас исполнять, совершенно звучит как курицу. Я вам покажу. Нужный момент. Вот почему. Хорошо. Вот почему, да. Thank you.
человек. Да, говорите, я записываю. Антон фон Ляйке на службе графа Вальзек фон Штупаха. А как вы его нашли? Проходил, остановился у входа в дом, стоящий на... Как? Рауенштайне... Штайнгассе 8, где был заказан Моцарту Реквием. Спасибо. Я так и знал. Что рано или поздно он туда придет. Но кто же? Кто же этот граф Вальзек в Штупах? Анна, нам нужно срочно найти некоего вот этого графа. Я только что видела это имя в списке братьев Ложек, где исполнялась вот эта дивная симфония. Так, нам нужно посмотреть это собрание. Среди собравшихся. Но я не знаю графа в лицо. Посмотрите, может быть, вот этот в центре. Нет. Это же место главного в ложе. Тогда это называлось место мастера стула. А в тот момент это был некто Игнац фон Борн. А вот он. Кто же он такой, этот? Надо, наверное, уточнить у эксперта. Что это за ложа? Ложа, вновь увенчанной надежде, которой принадлежал Вольфганг Амадей Моцарт, а также потом и Йозеф Гайден и Леопольд Моцарт, отец композитора, была ложей трех степеней – ученика, подмастерья и мастера, или мастера стула, начальника. К моменту своей смерти Моцарт находился на второй ступени, он был подмастерьем. Каждая из ступеней ложи во время ложных обрядов использовала свою собственную ритмическую фигуру, состоявшую из различных комбинаций двух коротких и одного длинного звука. Так, увертюра к опере «Волшебная флейта» начинается с комбинации короткого, длинного и короткого звука. Это комбинация ученика. Она так. Художники умирают в тот момент, когда они сделали на этой земле все то, к чему были предназначены. Мне кажется, я предчувствую удачу. У этой масонской ложи обязательно должна быть нотная библиотека, в которой хранится музыка композиторов, сочинявших для их ложи. Раз уж у них было принято там проводить концерты, так, нам нужно срочно осмотреть эту библиотеку. Так а вот же она. Слушайте, а вот и находка, смотрите-ка, Моцарт, сборник масонских кантат. Так, а что это? Волшебная флейта? Да, волшебная, Цауберфлейта, все верно. Волшебная флейта, они волшебную флейту считали тоже масонским произведением? Ну, этого следовало ожидать, судя хотя бы по египетским декорациям, вот, пожалуйста. Здесь, наверное, требуется пояснение. Дело в том, что в основе масонской легенды лежало предание о происхождении ритуалов ложи от мистерий египетских богов Изиды и Осириса. Так известный уже нам Игнац фон Борн, мастер стула, был автором труда о происхождении древнеегипетских мистерий. А я видела этот спектакль в театре мюзикл, между прочим. И теперь, кажется, я понимаю, что некоторые сцены оперы имеют отношение к масонским обрядам. И я так понимаю, что один из фрагментов мы сейчас услышим из этой оперы. Давайте послушаем. Thank you.
заговора. Скажите мне, вот этот Вальзек Штубах, зачем он вообще заказывал реквием Моцарта? Ну, вы знаете, сам граф по этому поводу молчит. Но я нашла показания тех, кто бывал на его концертах, и они расходятся. Одни говорят, что он любил выдавать свои сочинения авторам за свои, а другие говорят, что он переписывал их от руки, а потом предлагал слушателям угадать композитора. И, кстати, незадолго до заказа у графа умерла жена. Говорят, что он хотел исполнить реквием Моцарта, выдав его за свой. А как же он собирался хранить этот секрет? Ну, секрет был не дешевый, 50 дукатов до и 50 потом. Это достаточно много. Тогда он и убил. Все ясно? Он просчитал, сколько времени нужно, чтобы сочинить реквием, выяснил у братьев, что Моцарт болен, чего-нибудь подсыпал Моцарту в конфеты и заказал реквием. Вот и все. Затем он просчитался в сроках, рисковал потерять свои деньги, затем рисковал простыть плагиатором и так далее и тому подобное. Да, нелогично. Ну, конечно, нелогично. И вообще, я не понимаю, почему вы все время идете окольным путем и не хотите поинтересоваться у самого Моцарта? Что его связывало с масонской ложей, и как он оценивал риски нахождения в этой среде? Ну как? Мы даже место захоронения его точно не знаем. Я могу вызвать его, ну, его дух, конечно. Да зачем? Ну зачем вам его дух, когда его тело само написало вот это письмо? Его письмо? Да. Ну откуда оно у вас? Я нашла его в масонских нотах. Это черновик письма отцу. Датирован 4 апреля 1787 годом. Итак, Моцарт пишет. Поскольку смерть является конечной целью нашего существования, то я за последние пару лет настолько познакомился с этим истинным лучшим другом человека, что ее образ не только не имеет теперь для меня ничего страшного, но даже наоборот несет в себе много успокаивающего и утешающего. И я благодарю Бога, что Он дал мне счастье, предоставив возможность познать ее как истинный ключ к вечному блаженству. Вот оно что, он стремился к познанию смерти. Мне это даже трудно осознать. Но как? Через масонские ритуалы, вроде тех, что мы сейчас видели? Не знаю, ну вот, а по-моему, к нам приближается какая-то дама. Маэстро, а кто это? Страшная женщина. Нет, она красивая, конечно. Красивая. Но опасна очень. Это царица ночи. Сама царица. Сама. Thank you.
чем сейчас пела царица ночи? А? В моей груди пылает жажда мести. О-о-о-о! Это чуть-чуть другое. Да-да-да, эта царица ночи точно посланник с того света. Она как будто продолжает петь эту часть «День гнева», «Диез Иры» из «Реквиема». Вам не кажется? Знаете, Александр, я не могу себе позволить, чтобы мне что-то казалось. Я человек точности. Поэтому я сопоставила начало арии «Царицы ночи» и «День гнева» из «Реквиема» и поняла, что мы имеем дело с разными фактами обращения к одному и тому же, потусторонним. Но тогда как понять, какое произведение было для него роковым? Если в 1791 он работал и над «Волшебной флейтой», и над оперой «Милосердие Тита», и над концертом для кларнета с оркестром. Когда он все успевал? Он не только это успевал. Между прочим, он еще ухаживал за своей ученицей Марианной Хофтеме. И вообще, говорят, что он не пропускал ни одной певицы, которая участвовала в его операх. Ну, прям настоящий Дон Жуан. Что вы сказали? Дон Жуан. Дон Жуан! Вы меня навели на разгадку, конечно. Дон Жуан или каменный гость? Каменный гость – гость из преисподней. Он там впервые перешагнул эту грань, впервые напрямую установил контакт с потусторонним, но тогда каменный гость увлек Дон Жуана в преисподнюю. Да. Вот когда это началось. «Реквием» — это всего лишь финал. В нем, как и во флейте, он прикоснулся к потустороннему. Звучит жутковато. Это мы сейчас и услышим. Thank you.
знаете, мне не дает покоя только одна вещь. Возможно, последняя. Каменный гость и название переулка, где он умер. Рауенштайн-Гассе. Помните это сообщение? Бойся Рауенштайн необработанного камня. Но что же это может значить? Главных масонских символов является необработанный камень, по-немецки Рауенштайн. Он обозначает несовершенный мир, который надо улучшить, обработать вольным каменщиком. Тот факт, что Моцарт умер, не закончив, не обработав свой последний камень, реквием, причем в доме, который стоял в переулке, имеющем название переулка необработанного камня Рауенштайн-Гассе, относится к числу величайших мистических загадок в истории культуры. Не до конца обработанного камня, то есть как реквием. Но что сказал этот ваш фон Борн? Художник умирает, как только их земное предназначение оказывается исполнено. Какой изощренный парадокс. Он умер, потому что, видимо, в этом году исполнил свое предназначение, примирившись со смертью. Но исполнил не до конца. Ведь если бы он реквием закончил, мы бы так и не начали это расследование. И никогда бы не пришли к тем выводам, которые нам открылись сегодня. Знаете, Александр, нам высшие силы все время оставляют какие-то знаки. Но, может быть, нам все станет яснее, если мы послушаем реквием сначала.